Приветствую вас! Это медитация для тех, кто хочет найти ответ на свой запрос или вопрос на тему, которая вас интересует и волнует. Ответ вы получите уже через несколько минут или завтра утром, после того, как проснетесь. Ваша бессознательная часть психики подскажет и подсветит то, что вы хотите. Приготовьтесь ко сну. Ложитесь на спину, в свою кровать. Постарайтесь расслабиться. Сделайте так, чтобы вам было удобно. Позвольте расслабить свое тело от головы до ног. Начинаете погружаться в свой внутренний мир. Сформируйте вопрос, на который вы хотите получить ответ, и проговорите его про себя. Задайте его самому себе, здесь и сейчас. Следуйте моему голосу и просто представляйте, что я буду говорить. Представьте в своей комнате сейф. Он большой и железный. У него много замков. Вы его никогда не открывали. Он постоянно с вами. В любом месте, где бы вы ни засыпали, где бы вы ни находились, вы его оберегаете и прячете от всех. Он только ваш. Он часть вашей жизни. Вам интересно, что внутри, но у вас нет ключей от него. В этом сейфе спрятаны все ответы на ваши вопросы. В нем есть все, что вам нужно. Вам очень хочется открыть его и помочь себе. Вы всю жизнь ищете от него ключи. Ходите от ключника к ключнику в надежде открыть его. Перепробовав все методы и способы открыть его, вы не отчаиваетесь, потому что знаете, что осталось совсем чуть-чуть, и он будет открыт. И вот сегодня, прямо сейчас, вы слушаете мой голос, лежите на кровати, вы находите ключи от этого сейфа. Прошу вас взять их и начать открывать его. У каждого из нас разное количество ключей и замков. И прямо сейчас вы его постепенно открываете. Вспомните ваш запрос на эту медитацию. Пусть ответ на него будет в этом сейфе. Что же внутри него находится? Что вы увидели? Оставляю вас с этим ответом и желаю воспользоваться им и применить его. Благодарю вас за прослушивание. С вами был Сергей Битищенко.